Здравствуйте. GTA на связи, Миссисауга. И два дня я выпал из обоймы, потому что в хламище заболел. Блин, сейчас еще погода такая. Типа плюс 4, солнышко, но все равно ни хрена не тепло. Вчера я валялся с температурой 38,6, 38,8. Короче, херово было. А сегодня у нас большое событие. У нас закончилась бесплатная гостиница. И нам нужно переехать. И не в нашу квартиру, которую мы арендуем, а во временный Airbnb. И это еще то приключение. Так, недельная квартира. Здесь в Миссисаге становится $1500. Бляха-муха на Airbnb. И еще нам за кота выставили $200, но я сторговался на 100. Итого $1600 за неделю в Airbnb, чтобы спокойно подготовить нашу квартиру по всем документам, по всему, и заехать в нее, ну, там, на следующей неделе. Жесткая история, но еще более жесткая история, что у нас не стало меньше вещей, а это значит, что 8 чемоданов по 23 килограмма, почти 200 килограмм, плюс ручная кладь, плюс кот, плюс то, чем мы тут за 2 недели обросли, и это все на такси перевезти, даже здесь по Миссисаге, блин, почти $150, поэтому есть лайфхак. Так, сейчас, в следующий раз скажу. Вот в воскресенье с музиком случайно на мои права взяли лафет, а это значит, что мои права здесь все еще работают, и проехать тут 10 километров можно и на одной из тачек U-Haul. Сейчас еду туда, если мне не откажут. Ну, то есть я там забронировал машину, то я покатаюсь сегодня на настоящем американском бусике. Заодно перевезу наши, блин, 200 с хреном килограмм вещей. Так, ну похоже, что вот этот красавец мой, потому что единственный бусик, который здесь стоит на парковке. И у него сколько мест? Сука, у меня 2 места. Остальные, значит, едут на автобусе. Все. Ничего не знаю. Это такая Америка, Америка, а? Где-то здесь их офис. Короче, выдали мне такую технику. GMC. Музыка, кондер. 2 места. Красота. 36 тысяч пробега у тачки. И сюда можно загрузить, по-моему, не только наши 200 килограмм груза, но еще хрен знает сколько всего. Прикольно, что цена $20. Ты даешь, типа, обязаловка, это ты снимаешь машину, и потом 57 или 59 центов за километр. Мне нужно отъездить 20 километров, это точно будет дешевле, чем на такси это все перевозить. То есть там я в $50 влезу с головой. Так что сегодня двигаемся на такой технике. У нас чуть-чуть вещей. Самая малость. И кот. Шерри, ты в шоке? Какого хрена опять происходит? Кстати, техника еще и автомат. Автомат с зеркалом заднего вида. Так что едем, погнали. Ну что, приехали. Мы живем в новом районе. Вот в этой многоэтажке целую неделю. Теперь надо все разгрузить и сдать назад этот GMC. Прикольный грузовичок, как сказал Даня, это прям ехать на ограбление в GTA. Но нет, мы законопослушные граждане. Ну что ж, шалость удалась. Я не вляпался ни в какую историю. По украинским правам отъездил все на Юхоле. Прикольная история, но такое оно, конечно, в $50 где-то стрельнуло в круг. Это все, ну, все просто удобно. Все привезли, все выгрузили, все отвезли. Теперь мне час на автобусе добираться до нашей новой квартиры на неделю. Так что такие дела. Что, я даже квартиру не